Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте. Решим задание 508. В чемпионате России по футболу высшей лиги участвуют 16 команд. Перед началом чемпионата газета «Спорт» провела интернет-опрос читателей. Задаваем два вопроса. Первый. Какие три команды станут призерами чемпионата, то есть займут первое, второе и третье места? И второе. Какие две команды по итогам чемпионата должны будут покинуть высшую лигу, то есть займут последние два места? Читатели в своих ответах указали все возможные варианты и при ответе на первый, и при ответе на второй вопрос. И пункт А. Сколько вариантов состава призеров чемпионата указали участники опроса? Так как у нас всего 16 команд, то на первое место могут претендовать все 16 команд. Будем пользоваться правилом умножения при подсчете всего варианта, то есть всех вариантов. То есть 16 команд могут претендовать на первое место. Одна какая-то команда у нас первое место заняла. То есть на второе место уже могут претендовать оставшиеся 15 команд. То есть еще умножаем на 15. И на третье место могут претендовать уже оставшиеся 14 команд. Какая-то команда заняла первое место, какая-то заняла второе место. То есть на третье осталось только 14 претендентов. То есть, чтобы посчитать все варианты распределения мест среди 16 команд, нужно 16 умножить на 15 и на 14. Давайте выполним умножение. 16 на 15 умножим. 5 на 6, 30, 0 пишем 3 в уме, 5 на 1, 5 и 3 в уме, 8, 1 на 16 будет 16, и складываем, 0 сносим, 8 и 6 будет 14, 4 пишем 1 в уме, 1 на 1 в уме, 2, то есть 240. И теперь эти 240 нужно умножить на 14. 4 умножаем на 24, 4 на 4 – 16, 6 пишем 1 в уме, 4 на 2 – 8 и 1 в уме, 9, 1 на 24 будет 24, складываем, не забываем снести 0, сносим шестерку, 9 и 4 – 13, 3 пишем 1 в уме, 2 и 1 в уме – 3, то есть получаем 3360 вариантов состава призеров чемпионата. И пункт Б. Сколько вариантов состава неудачников чемпионата указали участники опроса? У нас там два места в неудачниках, и на первое место среди неудачников могут претендовать все 16 команд. А на второе место неудачников команд могут претендовать все 15, то есть оставшиеся 15 команд. 16 на 15 мы умножали, получаем 240. 240 вариантов состава неудачников чемпионата. И выполнили задание 508. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.